my soul. Feel it in my soul. Never separated you and me. Broken made whole. Broken made whole. The world that tries to steal our hope. Tries to make us numb, but our love has overcome. And you, my dear, you are my prize. When I look into your eyes, love overflow, I'm never letting go. Так. Подбираем юбочку, так сказать, из проводов, проходим в кадр. Сейчас, секунду, мы с этим разберемся. Вроде бы все окейсики. Всем приветики, дамы и господа. Вы на канале Астел, и сегодня будем смотреть с вами топ кроссовок на зиму. Ну или топ кроссовок на какую-то позднюю осень. В общем, на холодную погоду для центрального региона. Если вы живете где-нибудь на севере, блин, и у вас там морозы до минус 50, до минус 60, то, скорее всего, этот топ вам кроссовок не подойдет. Потому что это, во-первых, наверное, 90% топа это как раз сникеры. Все остальное это 10% пускай будет какая-то обувь, либо около обувь, то есть боты, которые основаны как раз на кроссовках. И, естественно, в минус 50 в таком вы не походите. У меня просто мороз бывает там до минус 15, дай бог до минус 20, иногда бывает там минус 28. Я помню, когда было минус 28 у нас там условно в Москве, я такой, о, погода холодная, можно не идти в школу. У нас там серьезно задумались о том, что типа что-то как-то холодно на улице, можно отменить занятия. А где-нибудь там для северных регионов у вас там минус 28, это типа банька там настоящая, да? За этой парилкой на ней надо жить, да. Ну, в общем-то, вы поняли суть видоса. Мы еще парни, наверное, молодые, в основном, кто смотрит мой канал, потому что это аудитория 18 лет, там, 25-27 лет. И то есть нам нормально ходить в кроссовочках зимой. Ну, в общем-то, с разгончиком мы, наверное, закончили. Чем еще хочешь сказать? Ехал я сюда далеко, очень долго. Мы сейчас за 200 километров от Москвы. На даче у друга тусуемся по полной. И вот вам снимаю... Вон там еще плотинка, друг только что разломал бобровую плотину, и вот как раз снимаем на фоне этого, сказал, красота, сейчас устроим настоящий бассейн тут. Вот, держите бассейн от моего друга. Ну, в общем-то, давайте с вами начинать уже сам топ кроссовок. Естественно, многие пары вы уже знаете, я еще докинул сюда топ кроссовок вот как раз из весны, и насытил его немного какими-то новыми парами, которые вы могли не видеть. И вот как раз с этого мы сейчас с вами и начнем. Пятерка сейчас влетит просто та, которая must-have, которую вы все носите и все прекрасно знаете. Ну что ж, давайте начинать. Это первое, это Adidas формы low-high. Туда-сюда, прекрасно знаете, пропускаем сразу. New Balance 550, кому нужны высокие, это New Balance 650. Следующие это, естественно, извините, ребята, простите, Nike Air Force. Это low, это high версия, это версия на Gore-Tex. Естественно, все вам прекрасно подойдет. Следующие кроссовочки это Puma Slipstream, тоже отличная модель, которая подойдет, наверное, до минус 10 спокойно градусов. Поэтому, почему нет, вот здесь, вот ловите фоточки. Следующая пара это Puma C Pro. Да, тоже почему нет, бюджетная пара, ее можно спокойно выцепить типа тысяч за 5, за 6, за 4, если вы где-то найдете вот такую цену, то я вам стелю красную дорожку, до минус 10 градусов эта пара вытащит спокойно 100%. Ну то есть еще как я рассматриваю пары вот эти, мне в основном нужно это там, например, дойти до автобуса, от автобуса доехать до метро, от метро доехать до универа, ну там типа до другой станции условно и там уже до уника. Вот я рассматриваю обувь зимнюю именно для этого, если вы там путешествуете, то вот эти вот кроссы вам естественно тоже не подойдут, но вы это блин, и прекрасно сами знаете, что вам нужны какие-то настоящие самосвалы, которые у нас, наверное, ну, парочку будет самосвалов в этом топе. Что ж, мы переходим к следующим кроссовкам. Это, естественно, Old Order. Ну, куда без них, как я, Астел, и без Old Order. Естественно, они у нас тоже в топе. До минус десятки, я думаю, они спокойно вытащат, потому что я их сейчас таскаю, там было минус 5, хотел сказать, 5 градусов, и было в них окей. А еще 15 градусов прибавляем, и будет тоже окей, вполне себе. Еще теплый носочек есть, и шерстяной носочек, если не знаю, там еще что-то, много чего интересного. Переходим к следующим кроссам. Это у нас Osiris D3, пара, которая вытащит минус 20-100%, потому что я... А ладно, мы сейчас дойдем до этой пары, я это уже расскажу. Osiris я тестил, до минус 20, эта пара прям покатит. Для пацанов горячих 100%. Следующая пара вот у нас Kappa Fati. Fati? Да. Недавно была у нас на обзоре, я думаю, до минус 15, до минус 10 она подойдет, потому что у нее... Ну, подошва такая немножко тоненькая, но, в принципе, на такую погоду холодненькую она прям то, что нужно. У нее толстая кожа, у нее толстая набивка, и это прям очень-очень хорошо. Следующая пара, это у нас залетает Li-Ning 937 Deluxe. Интересно выглядит, посмотрите, вот такие вот картиночки.
Следующие ленинги CF-ки. Посмотрели? Я думаю, вам тоже понравилось. Короче, ленинги я 100% зацеплю на обзоры, так что ждите, если вы там впервые на этом канале, подписывайтесь. У нас скоро будет много обзоров на какие-то китайские пары, потому что, я думаю, надо китайцев тоже подрубать на сникеры. Так, я сейчас приду. Сходил попить воды, я вернулся, я снова с вами. Следующая пара, это у нас тут Globo City-шки, как раз та пара, про которую я вам хотел сказать. Всю зиму отходил прошлую в ней. Было минус 20, было минус 22, я точно помню, и это было прям очень хорошо. То есть я в них замерзал только иногда, когда очень долго стоял на остановке, и вот тогда в них было действительно холодно. А так пара вытаскивает прям нормальный лютый мороз, так сказать, московский, вытащит 100%. Следующая пара — это Globo Sabre. Единственное, их подвох может быть в этом, в баллоне, потому что он у них достаточно мягкий, и как он себя поведет на морозах, этого я точно сказать не могу, но в принципе вытаскивает, ну, до минус 10, 100%. Следующая пара — это идет у нас Globo Tilty, и к ним же еще в копилочку отлетает Globo Fusion. Почему нет? Вот эти две пары очень хорошо подают на такие вот прохладные вечерние денечки. Такс. Следующая у нас залетает Adi 2000 от Adidas, то есть немного спорная модель, но если вы ее обработаете, если у вас какая-то зима не супер холодная, если вы там еще из какого-нибудь южного региона, то почему нет, это прям очень даже хорошо. Следующая пара — это Converse Air X 260, тоже очень хорошо, ребята, зацепите себе это на заметочку. Мне кажется, пара прям мастхевная на какую-то холодную погоду, и они еще похожи на, если вы возьмете в хай-версии, то это прям настоящие мотоботы. Так, мы переходим к филам. Да, я закинул немножко фила. Фила Фьюжены, Каспер, потом фила Фьюжен Бэнк и фила Баррикад. То есть это раньше были фила Упруты, вроде бы она как-то так называлась, а сейчас это фила Баррикад. Интересная пара, тун-тун-тун-тун, ловите, вот. Переходим к следующей паре, это Конверсы Гольф. Посмотрели? Потом у нас тут Конверсы Ран Стар Хайки, Конверсы Ран Стар Легаси и Конверсы Ран Стар Моушен. Все, от Конверса мы немножко отошли, переходим к невероятно крутой паре, которую я рекомендую, блин, на лето, на осень, на весну и на зиму. Это Salomon XT6. Обработать их пропиточкой, я думаю, эта пара прокатит вообще спокойно до минус 10. Потом у нас будет альтернатива, это Salomon Advanced XT Wings 2. И мы переходим к этому, наконец-то, у меня вот у самого лично есть, это, например, Cat Repowered. То есть это уже прокачанная версия Cat Intruder'ов, вот тоже, как вам альтернатива, ее можно спокойно зацепить тысяч до 8, наверное, до 9, где-нибудь на том же Poison'е они, кстати, валяются. И мы переходим к Cat Intruder, я уже сказал, да? Тогда Cat Colorado. И интересная пара, которая у меня уже едет на обзоре, кстати, ждите, может быть, через пару недель она к нам доедет, и мы ее обязательно отснимем, это, что это у нас, OKI Retro. Мне кажется, до минус 10, до минус 15 эта пара подает отлично, то есть пацаны уже... Некоторые на севере заказывали себе, условно, на севере, у кого там уже зима началась, они говорят, ходит, нормально, все окей, до минус 5, пока прокатывает, вот прям очень даже хорошо. Переходим к следующей паре, это у нас Dr. Martens 1460, если кому-то нравится вот такая вот версия сапожечек, то почему нет, вот-вот, держите тоже такую вот версию. Сейчас я схожу за водичкой. Так, что у нас тут еще интересного? О, это вансики, вансики Ultra Range XO. Потом у нас идут ТНФ-очки WB2B. Третья версия. Блин, меня кусают комары. Я вообще отвык от комаров. То есть, живешь в городе и вообще про них забываешь. А тут их прям дофига. Хотя уже, блин, середина осени, почти середина октября. А тут комаров еще дофига. Я прям в шоке. Как они еще не вымерли? Тут по ночам бывает 0 градусов. Я, в общем, с этого в шоке. Потом идет ТНФ-очка Fly. Блин, я даже название не буду говорить. Короче, номер 33. И потом еще идет номер 34 от НФ. Тут название охеревшее. Ну, посмотрите, картиночки у них интересные. Мне пара понравилась. Она, кстати, есть в суперстепе. Можете туда залететь, посмотреть и примерить. Следующая пара идет Converse Chuck Taylor All Star Lugit Winter. Интересное название. И у меня сейчас, я говорю, даже картинка в голове пропала. А, нет, все появилось. Короче, пара сочная, интересная. Переходим к следующей модели. Это Adidas Superstar Boot. У Адика тоже есть интересная пара. Вот как раз вот такая вот или вот такая вот. Короче, в разных расцветках бутики нормульные. И переходим к Puma Sweat Meat Winter. Это прям такие хорошие говнотопы. Следующая пара — это Hoka One W Speed Code 4 Gore-Tex. Блин, почему у зимних пар такие длинные названия? Я прям удивляюсь. Чуть ли не каждая вторая пара имеет больше, чем 5 каких-то аббревиатур. Офигеть. Следующая Puma — это Wild Rider адапты. Потом Puma Mirage Sport Adapt.
Переходим к Соломонам. Соломон Advanced XA Alpine Mid Advanced. Охеренное название, мне кажется, даже такое было. Ну, ладно, если я ошибся, то если что, себя поправлю потом на монтаже. Переходим к следующим парам. Это Соломоны Advanced S-Lab XA Alpine 2. Блин, вот я не знаю, могли придумать еще лучше название. Короче, пара интересная, но названия у них, конечно, какие-то критические очень. Перебегаем снова к конверсам. Конверсы Utility High Explorer CC, да, Passat. И Соломоны Advanced Quest 4D Gore-Tex. Прекрасно. Перебегаем к следующим кроссовочкам. Это DC Pure HT Wind B Shoe. Короче, это высокие DC-шки Pure. Классная модель, такая более скейтерская. Можем в ней покататься, короче, зимой и походить. Почему нет? Переходим к следующим кроссовочкам. Это у нас Vans Skate High MTA 1, либо вторая версия. Что-нибудь из этого спокойно можете зацепить. Конверсы Chuck 70 Utility. Прям настоящие говнотопы. На зиму подойдут прекрасно. И давайте, готовы? Nike Air Trainer 1. Там, Nike Air Trainer 3. Nike Air Fly 89. Потом у нас идут Джорданы. Nike Jordan это 3, 4, 5, 6 версия. У них у всех есть платформы. То есть до каких-нибудь минус 15 градусов эти пары подают просто превосходно. Я сам лично ходил в 4-х Джорданах. Ну да, позапрошлую вроде бы зиму я в них нормально так отходил. То есть несколько недель и в принципе-то особо и не жаловался. Комары, свалите, пожалуйста. Так, у нас потом идут Puma Trail Fox и Overland. Рибоки, ExoFit High Plus Ripple. Потом у нас... Вай. Комарики опять. И что еще? Asics Gel Kahana 8. Да, в общем, интересная модель. И мы переходим теперь к Onitsuka Tiger Delegation. Вот эту пару вы можете зацепить на каком-то поздне. Я ее именно оттуда зацепил. Кстати, наверное, большинство этих пар, они все у нас находятся на поздне, либо на каком-нибудь суперстепе, либо в траектории. Вот именно свое вдохновение я черпал именно с этих сайтиков. Поэтому обратите внимание, вот там их можно будет поискать, если что. И переходим мы уже к Соломоном XT Quest просто. Блин, комары пристают, ужас. Потом переходим к Харт Дэвисам. Интересная модель, чем-то похожая на те же Old Order, только немного в другом стиле. И NB-шки 302 плюс Лининги. И на этом у нас, в принципе, топ подошел к концу. Нифига себе, это, оказывается, даже топ не 55 пар. Это топ практически 60 пар. Я удивлен. Ну, в общем, вот такой объемный вам, можно сказать, топ я составил. Вы можете выбрать что угодно, что вашей душе угодно, что вам лично понравится. Вы можете не согласиться с этим топом, либо можете согласиться, поставить лукчанский, поставить дизлайк. И, в общем-то, что у нас тут еще интересного? Социальные сети мои будут в описании. Там ТГшечка, Авито и прочее. Можете залетать, подписываться. Я вас там буду всех ждать. Ждем новые видосы, ждем новые обзоры. И еще какие-нибудь следующие топы мы будем снимать уже в местах поинтереснее. Я думаю, это не горы, это еще не море, но мы до этого тоже обязательно с вами доберемся. Может быть, видос получился немного спонтанный, какой-то быстрый, но все потому, что, во-первых, уже время позднее, уже темнеет, и мне бы пора бы сваливать отсюда, потому что комары меня просто заели. В общем-то, все, всем спасибо за просмотр, давайте, поки-доки. Пау.